Всемирный день театра отметили в Краснодаре. У нас он совпал со днем работника культуры России и края в музыкальном театре. По этому поводу прошел большой праздничный концерт. В фойе для гостей подготовили выставку. Тут и прялка, и ткацкий станок, и традиционные для нашего региона куклы. Также можно было увидеть кинопроекторы разных лет из музея «Кубань-кино». В зале собралось больше 1000 работников культуры и ветеранов отрасли. Что такое работник культуры? Наверное, сегодня это самое необходимое. Чтобы жил народ, чтобы развивался край. Здесь те, еще раз подчеркиваю, которые на самом деле, невзирая даже на маленькую зарплату, знаете, на скромную жизнь, четко выполняют свой долг перед будущими поколениями. В погоне за экономикой, за экономическим ростом мы потеряем самое главное – душу. Душу Кубани, молодежь. У нас в крае посол Японии вместе с огромной делегацией, с атташе. Они говорят, на Кубани очень хорошее вино. А вот итальянское вино, наверное, лучше кубанского вина, ну, пока. А вот кубанский казачий хор лучше итальянского вина. Я хочу вам сказать спасибо. Пока вы есть, у нас будет Кубань певучая, многоликая, многогранная, вольная, самобытная и никем не покоренная. Спасибо вам за труд и дай Бог вам здоровья. На празднике около 20 человек наградили грамотами и благодарственными письмами. Их вручили за плодотворную деятельность и большой вклад в развитие культуры Кубани. Кроме того, 16 человек стали заслуженными работниками культуры и заслуженными артистами Кубани. Среди них преподаватель Краснодарской детской школы искусств номер 6 Лариса Сухина. В учреждении она работает с 2004 года. За это время ее коллектив «Аюшка» победил во множестве городских, краевых и даже международных конкурсов. По словам педагога, ее очень радует, что дети с удовольствием изучают народное творчество. Они любят свою Кубань. Каждый маленький коллектив – это как маленький ручеек народной культуры. На сегодняшний день целостное воспитание наших детей – это самая главная задача, потому что воспитание ребенка, воспитание его души – это будущее наше. В концерте приняли участие артисты кубанского казачьего хора, детских школ искусств и сводный хор края, творческие коллективы филармонии, музыкального театра. Представление поразило даже самых искушенных зрителей. Сегодня был замечательный праздник. Я с огромным удовольствием присутствовал на этом зрелище, который показал, что такое народ, что такое искусство, что такое настоящая эмоция, энергетика, отношение к жизни. И я порадовался, сколько сил у кубанцев, у кубанского народа. Кубань – один из крупнейших культурных центров России. В отрасли заняты свыше 31 тысячи человек. В Краснодарском крае работает больше 2500 учреждений культуры.